Ребята, экстренная новость. Вы точно такого в Майнкрафте не найдете. Вы точно это не найдете. Просто посмотрите. Просто посмотрите. Я это не скачал. Или, ну, честно говорю, все, клятва отменена, потому что я был прав. Ребята, посмотрите. Вы на суше прям это никогда не найдете. На версии, внимание, 1.12.2 на суше вы не найдете никогда такую вещь. Даже не пытайтесь. А я нашел. И это находится на карте моей деревни. Посмотрите просто. Давайте-ка глянем, что там внутри. Я даже не знаю, что там внутри. Ребята, давайте-ка посмотрим. Ну-ка. Что это за звук? Слышали звук? Так. Вот так. Подводное царство. Угу. Отлично. Ребята, вот такая вещь. Ребята, так что вот такие вот места подводные. Красивенькие. Ага. Так. Так, теперь. Ай, блин. Главный вопрос, откуда мы вышли. Оттуда сейчас и мы видим. Ребята, все. Вот я, короче, нашел подводное царство. Подводное царство. Это вообще нереально найти. Это нереально найти просто. Понимаете? Найти подводное царство на суше. На суше найти подводное царство. Я нашел его. Я нашел его. Подводное царство на суше, ребята. На карте, где моя деревня. Сейчас узнаем координаты. Координаты... Сейчас. Подождите, я выйду отсюда. Так, координаты вроде бы... Место захода. Давайте-ка посмотрим координаты места захода. Место захода. Давайте-ка посмотрим. Ребят, это просто нереально. Фуловое. Ребята, это единственный фул, который вы только когда-либо могли бы найти. Ребята, можете похвалить меня или можете не хвалить. Ну, короче, я нашел это на суше. Понимаете? На суше это найти. Это как? Давайте-ка посмотрим, что это за странное царство подводное. Так. Блин, мне на Backrooms напоминает. Однако здесь красивенько, можно здесь домик сделать. Домик с интерьером. Так, и здесь... А вот здесь темно. Темнота. Ладно, давайте-ка выберемся отсюда. Ребята, если вы испугались, не пугайтесь, ребята. Это довольно-таки не страшное место. Так что можно и не делать страшные эдиты всякие. Но, ребята, это круто. Я взял и просто нашел это на карте моей деревни. Всем пока.